броски делал. Броски делал, как вы делаете. А сладкие получаются. А потом, а вон Андрюха не даст собрать, да? Свистунов. А потом стало получаться. Да. Просто я уже знаю, например, что мне нужно, чтобы человек взял за пояс, или рука была снизу, чтобы моя была здесь, чтобы он наступил на эту ногу, чтобы он не мог уйти. Я потом перекрывал, садился отсюда и голову. Сейчас я боюсь, да, потому что шею не качать. А раньше шею качал немножко, не любил переворота, но качал. И надо он раз головой отсюда, хоп, и бросок. И полный базарий не было. Это через кровь было. Но было. Когда вы смотрели, ну, не так было, да? Да, у меня в основном было юбка, кубка и удержание. И все, мне больше ничего не надо. Значит, и сейчас. Вот я его даже переучивать не буду. Его переучивать не буду. Так же, пошли. Девочки, раз, два. Легли там на живот. Вот ты. Третий. Ложитесь на живот. Руслан, легли на живот. Ну, пять. Маша, где ты берешь захват? Вот там, где ты берешь захват, там он должен держать. Маша, ой, мои цены. Еще. Вот это же. Все, расслабься. Набираем вот здесь. Что вы лежите? 20 раз. Вот ты. Что ты разжимали? Как вы делали? Ты сможешь давать из руки. Ну! Дай, ты где? Локо держи! Коля, локо держи! Вот! Посмотрите внимательно. Если вы... Посмотрите сюда. Если вы берете вот здесь низко, вот здесь низко, то вы должны поднять руку, и вы должны потянуть его вот туда, чтобы он... Видите, куда потянуть надо? Если вы весом плохой или не хотите, Андрей, не хотите тянуть, тогда нужно руку повыше взять, вот здесь. Когда вы поворачиваетесь, он уже на вас садится. Все, тянуть не надо. Или две вещи делаете, или поднимаете, тяните руку. Отсюда, тяните, чтобы он лег на вас. Или берите выше. Стерву. Оставь, не ломай. Давай. Низ, руку, бок, вверх. Маша, ты что, поворот не можешь сделать? Андрюха, ты берешь, он поворачивает, ты берешь, садишь. Зачем? Ему тебе это живот поднять. Ты ложись на него, ложись на плечи и делай поворот. Разворачивайся. Давай. Итак, первый номер. 8 раз приготовились. Я считаю, вы делаете. Кто делает? Готовы? Стоп. Висков. Пошел в цирку, Маша. Куда? Маша делает. Приготовили. Джи! Раз! Быстрее! Эйфа! Два! Быстрее! Три! Пять! Шесть! Один! Семь!
Иди сюда. Получи свою кожу. Да меня болит это. Иди сюда. Я в другую сторону. Все, мозгов нет, ты веришь в сырву. Мне кажется, у тебя нет. Поворачивай. Конечно нет. Если в эту сторону болит, делай другую. Да не могу в эту сторону. Все, не может. А тебе походка. Подай его молитву. А когда на соревнования тебя что спрашивать будут? Будут. Будут тебя спрашивать? Кто тебя спрашивает? Доктора. Чего у тебя болит? Куда ты вообще? 3 недели отдыхал, у него болит. Что вы делали? Я не понимаю. Ну что, работали что ли? Алимент таскали что ли? Да, ну на что? Друзей таскал ко мне. Надо иметь таких друзей, которые в футбол играют, которые борются, а не которые ходят пьян. Друзей он нашел себе. Куда ты его? Зачем мне ударять? Мой труд идет даром. Даром идет мой труд. А потом ты подрастешь, и через 5 лет говоришь, ты бы мне не били, тебя не заставляли. Заставляли. Вот, видео будет. Я тебе покажу. Это твое счастье, что бить вас не могу. Просто не могу бить сильно. Уже давно синяя задница была. Блин, они хотят результаты. Они хотят результаты и не хотят работать. Второй номер, приготовились. Джоэль! Раз! Два! Три! Четыре! Вот здесь вот 30-30. Пять! Вверх убери! Говоренько! Шесть! Семь! Восемь! А ты сели на колени! Сели там же, где стоите! Заправили! Вот, Миша, скажи, пожалуйста! Вот тренер тебе говорит, когда выходишь, нельзя давать сопернику просто захват. Что ты правша, нельзя правой рукой брать захват. Тренер говорит об этом каждый раз, когда начинает бороться. Не бери захват одной рукой. Да? Зайди в YouTube и посмотри, как ты боролся. Взял, тебя раз и бросили, и все. Вискун то же самое. А вискуна вообще взяли за одну руку, двумя руками и на репон бросили. Я вообще в шоке. Борьба это не имеет права быть первой рукой. Что мне не сделать? Так, вперед. С такого броска здесь попроси кого-то никто сделать не сможет. Так что я не знаю, это еще прыгнуть на спину надо. Андрюха, стоит ноги вместе. Я тебе говорю, можешь летать все время. Борец, вот стоит ноги, руки согнуты. Ноги прямые, рука прямая, все, свободен. Это вы здесь боретесь. Я же вам говорю, смотрите, с кем вы боретесь. Если человек, никто, 15 место на республике, значит вы тоже 15-16. Не делайте как он. Делайте чуть-чуть по-другому. Вы приходите домой. Да не сидите вы в телефоне. Ляпка подумает, блин, сегодня меня Лоренцо шляпнул в барак. Блин, скотина. Блин, что ему придумать такое, чтобы насрать ему в душу? Вот он берет это делает, а я что, могу я здесь удушаюсь? Могу я что-то это сделать? То есть, могу я ему как-то через руку запределять? Могу, давай попробую. А вы такое видите? И что? Ну возьмите, есть приложение, напишите какое-то приложение хорошее, чтобы деньги за это получать. Научитесь его делать. Ну что-то полезное сделайте, не только для себя. Ты выставишь, ну не знаю что, как приложение, фотографию, кто-то видит. Тебя будут знать, а раз тебя будут знать, ты придешь в институт, о, Саша, Боря, это тот, который там простые классы делает. Все, преподаватель, а ты ему еще сделаешь, чего ученику. Помолчи. Он тебя возьмет и вместо тройки поставит десятку на экзамен. Все, ты прошел бесплатно. Эй!
Как вы не можете понять? Просто надо что-то делать, чем-то быть занят. Вот ты был, ну, гармошки играли. Хотел бы я. Нафиг его нужно. Для того, чтобы играть, надо идти в музыкальную школу. А вы пустите, сейчас все поют. Ой. Ла-ла-ла-ла. Пойте, продавайте свои песни. Так кому? Радио, знаешь, есть такое авторское право. То есть если я радио и выставляю мелодию, например, которая имеет авторские права, все, я должен платить. Немножко, но платить. Если я не заплатил, меня в суд подают. Я с этого радио пару миллиончиков. Ну не миллиончиков, там, тысяч лет. 20-30 тысяч лет. Все, радио не работает больше. Так они что пускают? Они пускают таких бездарей, которые вот в музыкальной школе не учились, там. Папа, мама имеет немножко деньги, они там где-то пошли, микрофон умеют и поют. Послушайте, что поют, послушайте слова, это тупо, блин, я не знаю. Блин, а вы сидите и слушайте. Эту песню может слушать только те люди, которые выпили. Какие ты хочешь? Если красивая песня. Какие красивые? Покажи мне. Моя любовь, а любимая моя ушла, полицейцы, что тут, блин? Я так пел в детстве, да, мне стыдно стало, я думаю, блин, буду певцом. Начну петь, на одной ноте пою, блин. Думаю, Сергей Анатольевич, ты бы Сережа, думаю, Сережа, не занимайся ерундой. Вот брать тебе футбол, ворота, иди там. Пень, это не для тебя. Вот мы стали. А, нет, микрофон. Клавиши, все поют. Ну ты тоже сделай. Давайте сделаем совместно. Смотри, ни борьба, ни песни. Чем ты должен отличаться от людей? Можно татуировки делать умом. Можно прическу умом. Умно думать, да, тоже надо? Да, вот я, да. Умно думать. Так. Приготовились, боремся в партере. Так. Итак, боремся в мочке. Боремся под дзюдо. Болевой на локтевой сустав, удушающее удержание. Можете бороться. Вот вам мяч. Нет. Вот тоже пришла, да? Ну, я в пьюшу. Кимоно нет. Пришла больная. Чего ты пришла? Дай мне разминайся. Да, Денис, мне надоело. Ты не работаешь. Я позвоню папе, или пусть он все где заберет тебя, или ты работаешь. Человек не работает, он получает травму. Андрюшенька, чуть-чуть сюда уйдите. Боля, что такое? Болит. Матем, стоп, сели на колени, боремся, лупта-либеры, посмотрите внимательно, переворот, через себя, 2 балла. Положил на лопатки, чистая победа, значит 3 балла будет. Еще раз, лежишь, перевернули тебя, 2 балла. Значит, положить на лопатки, хаджимы. Что ты сидишь? Дай разминайся. Дай вот сюда разминайся. Дай, вот там камера, прекрасно все закрывается, вот там, знаешь, пожалуйста. Ну, кто на лопатках? Коля? Нет, это не Коля. Вытян, ко мне, получи, пожалуйста. А так я его так и верну на меня. Бабало, но ты лежишь на лопатках. У меня, значит, 3.
3 балла. Ой, ты борешься или что? А? Ну так борись. Давай вперед. Окей, все. Так, поднимайте, бросать нельзя. Это только боевое искусство там не все. Давай, давай, дай литр, закрывайся. Матей! Сели на колени! Матей! Сели на колени, чуть-чуть подвиньте. Так, сейчас боретесь по борьбе самбо. Борьба самбо. Болевой на локтевой сустав. Болевой на коленный сустав. На голеностопный. Удержание. 20 секунд, 4 балла и все. Но 20 секунд не надо держать. Удержание, удержание. Для того, чтобы было интереснее. Только сверху, только верхом. Сбоку не надо делать. Верхом, когда он уходит, делайте болевой. Че? Разогрелся? Разогрелся. Маша, сюда. Буга. Миша, сюда. Так. Далее, сюда. Так, Маша. Возьми Руслану, вот сюда. Сделай заднюю подножку. Три раза вправо, три раза влево. Аккуратно, смотри, чтобы она не убилась. Три вправо, три влево, и потом Михаила. Все, хорошо, Руслана. Вот она держится. Делай три раза вправо, три влево. Руслана, где твои ручки? Держаться. Матея, сели на колени. Сделала? Все, давай, бери Михаилу, делай руку. Смотри, держи локоть особенно хорошо. Локоть держи. Куда делаешь? Теперь? Грепли. Вся борьба. И самбо, и дзюдо, и грепплинг, и тринта. Все. Аджина. Вот дядя. Зайди назад, сядь на него. Сядь на него верхом. И держать. Мате, стоп, мате. Мате, крикни сюда. Эй, одна пара здесь, дай. Сюда. Сюда, 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 стол, сюда. Сюда, сюда, сюда. Ты даже не стойки, пол ковра занимаешь. Так, бери Руслана, делай ей через бедро. Три вправо, три влево. Смотри, чтобы руки не выставили. Мате! Сели на колени. Мате, вот здесь. Еще раз, я даю задание. Старайтесь это задание выполнять. Если вы его выполняете, то сопернику приходится волей-неволей тоже. Если же он не будет работать, я же смотрю примерно, кто как работает, значит, я его просто уберу, посажу сюда и будет сидеть. Позвоню родителям и скажу, потому что по-другому, вы хотите, предупрежу родителей, что раз не слушаетесь, я вас буду бить. Чтобы они просто знали. Вы по-другому не можете. Пока вас не ударишь, у вас в голове...